Орловщине выделены федеральные средства на поддержку фермерства и развитие сельской кооперации. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2019-2021 годах межбюджетных трансфертов между субъектами федерации. В 2019 году Орловская область получит почти 30 миллионов рублей. В этом текущем году на государственную поддержку, то есть на субсидирование нашего агропромышленного комплекса предусмотрено около 2 миллиардов рублей, причем большая часть это федеральные средства. И если говорить на текущий момент, то уже около 700 миллионов рублей доведено до сельхозтоваропроизводителей. Я хочу обратить внимание, что это средства без субсидий по так называемым льготным кредитам, которые доводятся напрямую банкам. И сегодня уже можно констатировать, что по краткосрочным кредитам 4,4 миллиарда рублей предоставлено льготных кредитов нашим аграриям. При этом около миллиарда – это малые формы хозяйствования. Государственная поддержка агропромышленного комплекса Орловской области с учетом льготного кредитования в 2018 году составила более 2 миллиардов 300 миллионов рублей. Была оказана поддержка 14 начинающим фермерам и одной семейной животноводческой ферме.